Не надо чужой машине. Где ваш это? Не надо заходить. Не, можно зайти? Нет, нет. Вам вот здесь говорит. Не надо здесь заходить. Не надо снимать. Руки. Не надо здесь заходить. Я еще раз говорю. Не надо. Зачем чужой машине ходить? Я хочу проверить состояние вашего транспорта. Что там? Можно мне зайти? Нет, у вас есть документы, чтобы проверить? Я сотрудник госавтоинспекции. Я понял, да. Хочу проверить состояние. Ваш начальник по машине сидит. Можно мне пройти к вам? Нет, не надо проверить. Еще раз вам говорю. Не надо чужой машину. Чужую машину вам никто не входит. Выводите. Не убийцы, чтобы молоток с тобой брать. Молоток, да? А где он у вас вообще-то? Вообще-то он у вас есть? Молоток нужен для убийц вообще. Убийство? Чего? Давайте убийцы. А вот. А мы у нас билеты, мы же не будем убивать. Ну, за Григорий, для убийства. А молоток зачем? Как нет? Там? А если стекло разбить, не дай бог, что случилось? Для эвакуации пассажиров. Значит, благодаря слаженным действиям сотрудников ГИБДД мы также с ними выдвинулись по маршруту. Нами были остановлены, сотрудники ГИБДД остановили данные автобусы. При проверке было установлено, что действительно передвигаются автобусы, на них нанесены, опознавательные знаки, что они осуществляют регулярную перевозку по маршруту 22, указан маршрут, что совершенно не соответствует действительности. При проверке данных автобусов водители не предъявляют путевые листы, и мы это нарушение будем классифицировать как осуществление деятельности без лицензии, без специального разрешения. Сейчас составлены акты проверки, в дальнейшем будет административное расследование, и уже будем решать о привлечении к ответственности по статье, которая будет уже квалифицироваться по результатам административного расследования. Что с автобусами будет? Автобусы будут арестованы и помещены на охраняемую стоянку. Oh, wow.